Сайн байцгаана уу хүн төзөгчдөө. Өнөөдөр манай де-факто нэвтрүүлгийн зочноор Оросын холбооны улсаас Монгол улсад сууга худалдааны төлөөлөгч ноён Максим Викторович Васильев оролцож байна. Васильев Максим Викторович Оросын холбооны улсын худалдааны төлөөлөгчийн газрын дарга. Москвагийн Олон улсын харилцааны улсын институтыг 1988 онд Олон улсын эдийн засагч мэрэгчлэр төгссөн. Оросын холбооны улсын гадаад харилцааны яамд ажлын гараагаа 1987 онд тавьж байсан ба Хөдөө аж ахуй яамны Олон улсын хамтын ажиллагааны газрын даргаар 2009 онд томилогдож байжээ. Орос, англи, монгол хэл эзэмшсэн. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Жаргалсайхан. Наконец-то торговое представительство России восстановлено. И еще какое время? И мы, страны изменились, общество изменились, торговые уровни другие, возможности большие. И давайте, чтобы начать, с чего вы сейчас начали свою работу, немножко вспомним, каково было торговые экономические отношения России и Монголии исторически, когда это было, а потом почему это прервалось. Да, ну вы действительно правы. Спасибо большое за приглашение на вашу замечательную программу. Мы всегда следим за ней, и для нас это большая честь. Ну, действительно, 20 лет назад закрылось торговое представительство России. Сразу после того, как развалился СССР, возникли объективные трудности. И сейчас, спустя 20 лет, торговое представительство Российской Федерации в Монголии восстанавливается. И мне это очень приятно, что это событие, важное событие происходит. Россия заново входит в Монголию, заново восстанавливает свои позиции. И я рассчитываю, что наше торговое представительство будет восстановлено там же, где всегда было исторически, в районе Байнзурх, напротив памятника маршала Жукова, вот в этом месте. Я надеюсь, что наш товарооборот с Монголией будет резко увеличиваться. То есть сейчас он на недопустимо низком уровне. И, как известно, Монголия имеет двух соседей, Россию и Китай. И такой дисбаланс во внешней торговле, конечно, нужно корректировать. Знаете, народы, страны в мире с соседями или дружат, или воюют. И мы, Монголия, одна из счастливых стран, которые имеют прекрасные отношения с нашими соседями, и мы с ними торгуем. И с Россией уже с конца 18 века у вас было торговое представительство в Монголии, именно русское «Тинч», да? Да, это было, да, такое название. И с тех пор это было беспрерывно было представлено, и, как вы сказали, 20 лет назад остановилось. И сейчас вот именно в вашем лице мы находим первого нового представителя российского, торгового представителя. И действительно надеемся, что наши торговые отношения будут улучшаться, потому что очень сильный есть дисбаланс. Вы приведите несколько ваших статистик о состоянии торгового отношения сегодня. Пожалуйста. Ну, как вы знаете, внешняя торговля, внешний торговый оборот России с Монголией существенно упал за последние несколько лет и составляет, он стал ниже 1 миллиарда долларов США. По прошлому году 980 миллионов долларов. Причем в наших отношениях существует очень серьезная проблема дефицита товарооборота, очень низкий импорт монгольских товаров в Россию. Если Россия по-прежнему поставляет свои нефтепродукты, там, технику, пищевые продукты в Монголию, то удельный вес монгольского импорта в товарообороте крайне невысок, крайне мал. 95% и 5% соотношения, да, экспорта и импорта. Да, это соответствует примерно действительности. И это сейчас действительно, это же, значит, торговый баланс с одной стороны настолько неадекватно, что мы должны as soon as possible как можно скорее решать. И каковы решения вы видите? Что мешает нам это сделать более сбалансированным? Ну, для этого нужно предпринять системные решения, господин Джаргалсайхан.
мы видим эти возможности и постараемся эти возможности максимально быстрее активизировать, использовать. Как вы знаете, сейчас идет активный диалог Монголии с Россией в структурах Евразийского экономического сообщества для того, чтобы снять ограничения для свободной торговли. Как только эти ограничения будут сняты, то для монгольских товаров возникнут лучшие перспективы экспорта в Россию, по крайней мере, в регионе Сибири и Дальнего Востока. То есть по отношению к Монголии не существуют отдельные другие условия. Это все в контексте евроазиатского сотрудничества, да? Да. Вы знаете о том, что существует единая система регулирования, таможенного регулирования, тарифного, нетарифного, внутри Евразес. Угу. И разговаривая с Россией, вы так или иначе разговариваете с другими странами, всего их 5. Угу. Поэтому есть некоторые механизмы, которые нужно активно задействовать. 5 кто, какие страны? Ну, туда входит еще, условно, Белоруссия, там, Украина, Киргизия, значит, Армения, Казахстан. Казахстан, ага. И сейчас Монголия выходит, да? В этом орбите. Да, Евразес. Недавно я поговорил с председателем торговой палаты России Нарикин, да? Катырин, да. И он как раз недавно, очень была большая ваша бизнесовая делегация в Монголию, и они сейчас начали адресовать эти вопросы. И я думаю, что по своим каналам это будет быстрее, что я бы облегчить и вашей работы, наверное. Там огромные таможенные тарифы, 50% на некоторые продукты и так далее. И еще отношения на границах. Не очень особо подготовлена, особенно к торговым оборотам, к торговым сделкам местных людей. И много проверяют сумки, потом определенное количество сумок стоит для России, российских гражданин одно, для монгольских другое и так далее, которые, ну, такие организационные вопросы, я думаю, что которых могли вполне решить, особенно с вашей помощью. Вы как-нибудь смотрите эти вопросы отдельно? Да, смотрим. Вы правильно провели этот пример. Действительно, в ходе визита руководителя нашей торгово-промышленной палаты мы даже попросили наших монгольских коллег сделать сравнительный анализ режимов пересечения монгольских товаров южной границы с Китаем и северной границы с Россией. Оказалось, по всем показателям Россия уступает Китаю, проигрывает кардинально. То есть режим пересечения монгольских товаров, традиционного монгольского экспорта России гораздо более сложен, чем в Китае. И вот идея как бы сбалансировать вот эти режимы, по крайней мере, в рамках приграничной торговли, она очень правильная идея. То есть надо находить все-таки какие-то дополнительные механизмы для того, чтобы облегчать вот такого рода торговлю просто. Я недавно спросил у китайского посла, почему все это так долго идет. Он сказал, что мы теоретически договорились. Это значит, очень настораживает меня, потому что я чувствую, что один из них, одна зона и одна дорога, китайская инициатива, в этой инициативе Монголия довольно сильно отстает. Как вы находите эти коридоры, и что вы делаете, и что делается в этом направлении? Идея экономического коридора – это, мне кажется, основная идея, серьезная идея монгольской дипломатии современности. То есть как увязать две большие страны и как за счет того, что Монголия находится между двумя гигантскими экономиками по своему потенциалу, и как за счет этого выиграть, как получить экономический эффект, это, конечно, основная идея. Мне кажется, это грандиозная идея, ее нужно наполнять. И идея двигается очень быстро. Действительно, сейчас происходит много обсуждений на эту тему. Сейчас стороны России, Монголия и Китай выходят на решение вопроса о меморандуме по развитию, созданию механизмов экономического коридора. Обсуждается тема создания центра инвестиционного проектирования. Мы, как Россия, выступаем за то, чтобы этот центр по естественным, разумным причинам был создан в Улан-Баторе. Но наши китайские коллеги пока воздерживаются от того, чтобы поддержать эту идею. Но я думаю, что со временем и они поймут важность создания такого центра в самом географическом предопределенном центре, локации экономического коридора между Россией, Монголией и Китаем, в Улан-Баторе. Сейчас обсуждается несколько проектов железнодорожного, транспорта, такой как, например, Северный коридор,
который проходит через российскую Туву и соединяет Кызыл, ну, начнем, Курагина, Кызыл, Арцурт, Лот, Эрденет. Образуется так называемый северный коридор. Недавно было открытие ветки Авот-Эрденет. Есть восточный коридор, который проходит через Балсан, Хут и выходит на границу с Китаем в Бичикт. Есть центральный коридор, который вот буквально недавно обсуждался с участием российских железных дорог на правлении УБЖД. Есть ряд проектов по строительству автомобильных дорог. Есть проекты энергосетей очень активные. Вот. Проектов-то много. Делается мало. На уровне все планирование идет. Столько много вопросов очень долго, на мой взгляд, решаются. И хорошо, что вот хоть этот коридор начинается работать. И у нас был... Как вы смотрите ваши эти железнодорожные сообщения, эти коридоры, железнодорожные коридоры через Монголию? Их планировали три. Сейчас нужно модернизовать современные существующие коридоры. И здесь много нужно делать. Да. Только одна колея, одна дорога стоит. Очень много, эта дорога не полностью используется, много зигзагов. И еще и наши руководители планируют огромное количество, как вы это восстановление, обновление существующей ветви рассмотрите. Но это ключевой проект, опять же, экономического коридора, основной проект. Как вы помните, все это началось, как бы отматываясь историю назад, с выступления Путина на саммите трех, где он сказал, что, в принципе, надо бы модернизировать Улан-Баторскую железную дорогу так, чтобы capacity, пропускная способность ее была 100 миллионов тонн. И сейчас уже рассматриваются конкретные предложения модернизации этой железной дороги. Недавно было проведено управление Улан-Баторской железной дороги, где была оценена работа УБЖД в настоящее время. Это как бы оплот российско-монгольских отношений сейчас. Это ключевой проект, основной проект. И транзитное значение которого, экономическое значение которого трудно переоценить. Этот проект потребует серьезного уровня инвестиций. И поэтому как раз он и будет рассматриваться в экономическом коридоре. По моему суждению, это первая задача Центра инвестиционного проектирования, который должен создан в Улан-Баторе. Это задача на уровне think tank, задача нахождения системного решения, чтобы всем сторонам, России, Монголии, Китая, было понятно правила игры. Два вопроса здесь. Если мы обновим существующую железную дорогу, эту линию, то мы тут сделаем двойную или это будет та же самая одна ветви? Есть проекты разного направленности. Есть проекты, направленные на постепенную модернизацию. Ага. Есть проекты гигантские, большие. В частности, есть такой проект, где предполагает строительство двух дорог и электрификация Улан-Баторской железной дороги. Давно пора, да. Давно пора, действительно. Современная линия должна работать гораздо более эффективно. Я даже удивляюсь, как умудрились до тех пор наши представители из двух стран умудрились иметь такую железную дорогу, самую отсталую между такими двумя соседями. Ну, в свое время она была передовой. Как мы помним, решение это принималось во времена Иосифа Виссарионовича. И за два года построили, кстати. За два года построили. А сейчас мы столько говорим, сейчас у нас политическая большая, знаете, ссора идет насчет этого. И еще второй вопрос, который я хотел вам задать. Ширина колеи. Монголия, как вы знаете, предлагает официально то, что идет на Чайна, в Китай мы хотим сделать узкую колею, на Россию широкую колею. И там, где они встречаются, мы хотим сделать этот сервис в этой стране. Как вы смотрите на эти предложения? Мы находимся на... Монголия обладает полным суверенитетом в этой части, и она принимает те решения, которые ей экономически обоснованы и стратегически выгодны. Как вы помните, была принята государственная политика развития железнодорожного транспорта Монголии, поддержанная Великим Хуралом. Там как раз в основном 15-20 ширина колеи, российский стандарт. Но если по каким-то экономическим причинам Монголии будет выгодно делать перевалку у себя в глубине на территории, мне кажется, это экономически обоснованно и понятно. Это находится как раз в духе того нового стратегического мышления, что ли, 21 века, которое мы должны понимать. Экономика и кровеносная система должны работать, транспорт должен работать. Именно, потому что вторая и третья самая большая сеть в мире – Россия и Китай. Они имеют разные колеи на 85 миллиметров
И я не думаю, что они приведут страну друг на друга. Поэтому там Монголия единственная страна, кстати, между находимся между двумя соседями полностью, и имеет огромную длину границы. Я думаю, мы Монголия считает, что это самое разумное решение. И, конечно, время покажет, и особенно этот центр проектирования, наверное, сделает определенные выводы на основании, конечно, тех законодательных документов, которые у нас располагаются. Да? Да. Еще один вопрос насчет, если смотреть еще больше роль Монголии, не только коридоров. Вы закончили Московский государственный институт по международным отношениям, и вы дипломат, вы работали в этой государственной структуре, особенно внешнеэкономические связи Советского Союза и России. Работали ездили в многие страны, работали на разных проектах, и вы именно человек, который можете посмотреть большую картину Монголии. И инициатива как маленькой страны, как Монголия и так далее. Как вы в этом плане смотрите? Там есть такое понятие, как Ламбат, как Хельсинки, Азии и так далее. Хорошая тема. Благодарю вас за вопрос. Мне кажется, я просто думаю так, что Монголия, она должна сыграть роль интегратора тех идей, тех больших идей, которые видят в мире. Демократия Монголии развивается, мы это видим, мы как раз находимся в интересной точке политического процесса в Монголии. И Улан-Баторы, как Хельсинки Азии, это вполне работоспособная концепция, которая позволит совместить интересы как северного соседа, так южного соседа, так и третьего соседа. То есть идея третьего соседа, она должна получать какое-то конкретное наполнение. И как раз в этом существует, на мой взгляд, довольно неполное понимание в наших соседних странах, в Китае и в России. Говоря мы о третьих соседях, мы говорим о дальнейшей роли Монголии по укреплению сотрудничества, мира, безопасности этих стран, все вместе, потому что только сотрудничая мы можем развиваться, не игнорируя и не изолируя, правильно? Мы с большим интересом в России смотрим на то, не только на развитие экономического коридора, как сотрудничество России, Монголии и Китая, но и на другие вот трехсторонние форматы, которые нам предлагаются. Это, например, Россия, Монголия, Япония. Россия, Монголия, Корея. Эти трехсторонние форматы на территории Монголии могут также развиваться. Почему мы не можем развивать форматы с другими странами? Вот именно, например, суперазиатская GRID Network. Это одна из самых интересных тем. Да, и какой взгляд на это из России? Эта тема одна из самых интересных. Она позволит снять напряжение, которое возникло по поводу решения с Эгейн-Голом, вот это вот развитие гидроэнергетики, опасения вокруг экологии Байкала. И строительство вот этого вот энергетического кольца с участием российской корпорации «Россети», даже, может быть, за счет того, что привлечение российского кредита, вот этих 100 миллиардов, оно позволит Монголии соединиться в непосредственное кольцо, которое, да, называется Asian Super Grid, и частично быть замкнутым на поставки электричества, зеленой энергии, которая будет генерироваться на территории Монголии, не только в страны региона, но даже и в Европу. Это ведь удивительная тема. Это мы живем в 21 веке, когда все вот эти информы приобретают новый смысл. Мы должны их видеть и видеть перспективу. Это один из самых интересных проектов, с моей точки зрения. Вот именно, смотря по большому счету, такие региональные ситуацию, я думаю, что мы можем делать больше работы. У вас профессионалы есть, эксперты есть, деньги есть. У Китая то же самое. У китайцев и работая в Монголии, я думаю, что это будет... Я думаю, что отношения, сотрудничество трех стран должно идти на совершенно новый уровень сейчас. Да, и очень быстро и настойчиво, да? И в этом плане, помните, наши три президента договорились, встречаться договорились, несколько раз встретились. Правда, последний раз не состоялось, я удивился. Но я понимаю, что в этом году будет с новым, с нашим новым президентом, если мы к этому успеем. Мы надеемся, да. Если избирать одного. Когда будет? Как вы смотрите на это? Я думаю, что есть формат встреч президентов трех стран. Как правило, он проходит на полях саммитов ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Но в зависимости от того, как закончатся выборы президента Монголии, будем смотреть и на новые сроки.
Понятно, что такая встреча в этом году, по идее, должна бы состояться, чтобы не пропускать этот год и чтобы продвинуть эту тему дальше, подписать меморандум, договориться о приоритетных проектах и так далее. Ну, если все пойдет так, как мы планируем, то почему бы не использовать, например, Восточный экономический форум, который пройдет в России, во Владивостоке с 6 по 7 сентября этого года. Это мощная, теперь уже можно точно сказать, не только региональная, но и общемировая площадка обсуждения бизнес-проектов. И многие политики будут присутствовать там. В Владивостоке? Да, Владивосток. Это уже который раз довольно происходит. Да, да. Это вот традиционное мероприятие в России. Проходит, да. А вот как раз такого рода подход нашего нового торгового представительства России очень нас как бы поддерживает. И надеемся, что именно через такие позиции мы можем смотреть наши отношения, смотреть, например, если даже мы сделаем эти наши свободные торговые зоны на нашей территории, то, что Автамбулак, да. То, что Сайшан, то, что мы собираемся делать. Я думаю, что с таким взглядом это будет принести больше плоды и больше выгоды всем участникам этой страны. Нашего сотрудничества. И я хотел бы с вами тоже смотреть насчет ШОС, Шанхайского организации сотрудничества. И у нас, у народа, у простого народа, скажем, у нас такое понимание, что Россия и Китай нажимают на Монголию, чтобы стали мы членами этой организации. И без этого, если мы не станем членами, большие наши два братья будут нажимать еще сильнее. Это понимание правильно или не имеет оснований? Нет, Шанхайская организация сотрудничества — это серьезный межгосударственный инструмент. И, конечно, дело монгольского правительства, монгольского народа решать, насколько нужно входить глубоко в эту организацию. Сейчас, я так понимаю, статус наблюдателя, но потом со временем, может быть, изменится реальность, и Монголия сможет стать полноправным членом. Такого особо серьезного нажима нет, потому что сама Шанхайская организация сотрудничества еще только определяет свои способы как бы движения, свое собственного развития. Вы знаете, есть инициатива One Belt, One Road, да, вот, китайского президента, есть ряд инициатив России и так далее. И место, которое Шанхайская организация будет занимать здесь, вот в экономической части, конечно, для Монголии важно. Важно наблюдать, отслеживать, следить и участвовать в этом процессе. То есть здесь никто никого никуда не торопит в этом плане. И я не могу не спросить у вас насчет разных мнений, насчет гидростанции в Монголии, насчет возможного импакта, влияния на экологическую систему Байкала и так далее. И я даже понимаю, в конце концов, россияне и Монголия работали вместе, пришли к определенному выводу, что это можно, в принципе, сделать, если мы сделаем то-то. Как вы рассматриваете этот проект? Сейчас все-таки первый приоритет отдается созданию, включению Монголии в систему Asian Super Grid. Потому что вопрос генерации, скорее, он стоит уже вопрос как более мощного влияния зеленой генерации как таковой. Зеленая генерация, солнечная, ветряная на территории Монголии имеет гигантский потенциал, практически уникальный по своей мощности потенциал, и они, конечно, должны быть задействованы в этих сетях. С другой стороны, если тема гидроэнергетики будет развиваться, то надо, чтобы она развивалась в системной увязке с общей гидроэнергетикой самого вот этого региона, Прибайкальского региона. Есть проекты строительства малых гидроэлектростанций на западных аймаках страны, есть проекты строительства вот этого каскада ГЭС и хранилищ воды на Архоне и так далее. Мы это знаем. Здесь важно действовать очень тщательно, постепенно и каждый раз выверяя все те необходимые вещи в открытом доступе и в многостороннем сотрудничестве. Такой подход. Well, you are a diplomat. You have been working for many years in this regard. How do you see the diplomatic relations and along with the trade relations with Russia? What Mongolia can do more in that sense? You know this country. In diplomatic relations with Russia? Yes. How do you see? I know that this, and by the way, this is
very good. I mean, I have no complaint about that, very good relations. But however, in terms of people's to people's diplomacy, okay, in terms of people speaking more, each other understanding the languages, which is not much unfortunately existing. Mongolia is not much learning now Russian, and we have kind of, I wrote once an article called "We Watch Each Other Through Glass Walls." Yes, yes, I remember that article. Yes. I read that article. That was a very, you know, precise assessment of the situation. I imagine how we have shifted to English. It's okay. Because you are... Dara Monglorier. You are the only person I speak with the same, speaking the same language as I do. It. You, so. All right, if you want my name, my opinion, it's like, the people's diplomacy is very important. You know, Oroshil, Mongol Baich, Yasta, Gichbewa, Batstray. I think that we have to reestablish several schools. But apart from that, apart from Russian language only, we should be bringing in some more novelties of the 21st century, like the methodology of education, like bringing about all this. You know, in some way, Russian language is the language of the 21st century, because it has some world outlook impact. Yeah, in particular for the country next door, for Mongolia. Exactly. We had a tradition of speaking, and I think we can learn faster. And I'm very thankful to your government initiative to give almost 800 or so stipendium every year to Mongolian students to cover their cost for fee, tuition fee, and cover cost. It's, I think, brilliant initiative. Mongolian young people are absolutely brilliant. They're absolutely, you know, the upper crust of whatever you can have as the, you know, as the fresh morals of more inside Russian institutions. So it's, I'm very glad that this project is going on. Okay. Ягад Монгол хэлийг сурсан. Юу н ханаас нь ихэлсэн. Ягад Монгол. Танай эмгийн мод Монгол хэлийг судалдаг би мэдэж байна. А тэрийг судалсан цөөхөн монголчууд, сайн судалсан монголчуудын нэг нь өөрөө байна, Крүчкин байна. Та нар нэг үеийн хүмүүс найснаар. Тэгэхээр ягад Монгол хэл? Та Москвад төрсэн тийм ээ? Тий, би Москвад төрсэн. Москвад олон улсын хэрэлцааны дэд сургуульд төгссөд. Олон улсын хэрэлцааны дэд сургуульд одоо юу элсэхэд одоо 20 хэл огч байсан. Одоо нэг нь монгол хэл, нөгөө солонгос хэл. Гэхдээ би монголд бэр одоо сонглоо би яг хэвтэй. Гэхдээ сургууль төгссөний дараа одоо Улаанбаатар хот дээрээд одоо Элшин сэд яамд 4 жил ажилласан. Тэр үед одоо би монголоор сайн ярьж байсан. Тийм, сайн ярьж. Гэхдээ ийм дүгүйчин жилийн турш одоо монгол хэл бараг ярьдаггүй байсан учраас одоо харамстай би монгол хэл одоо. Тэгээ сүүлийн 10-аад жил та тун идэвхтэй ажиллаж байгаа тийм Монголд. Та хөдөө аж ахуй яамд ажиллаж байна? Би энэ жил ирсэн шүү дээ. Тийм. Гэхдээ монгол хэлний мэдлэг одоо яригч төрөг одоо дахин сэргээх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Гэхдээ сайн бол гэж байна. Сайн юмыг сэргээхэд амархан шүү дээ. Багшийн. За. Thank you very much. Тийм. Ер нь би таныг өнөөдөр энэ монголчууд танилцуулахыг оролдсон. Орос хүн авиаслаг, Монголыг мэддэг, Монголд хайртай, энэ хэлийн судалтсан, тэгээ ийм олон улсын туршлагатай ийм хүн Монгол Оросын худалдааны харилцааг хариуцаад ирнэ гэдэг бол бидний хувьд их том баярт үйл явдал. Тэгээ одоо хоёлаа таныг ажиллаж чинь одоо тодорхой хугацаагаар таныг явах болохын тэр үеэр хоёлаа ахиж ярина. За. Тэгээ тэр үед хоёлаа их том тоо баримт ярина гэж бодож байна. Тэм учраас танд одоо таны шинээр байгуулагдсан байгууллага хамт олон баяр хүргэж байна. За их баярлалаа танд. Большое спасибо за наше интервью. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Удачи. Спасибо.